Отож, шановні, актуальна тема, яка прослідковується протягом нашого ефіру, як себе зберегти від холоду, тому що насуваються морози, сніг. Отож, як не переохладитися, ми з'ясували. І ще, як себе уберегти свою кісткову тканину, щоб нічого там не поламати, будемо дізнаватися далі. Отож, зараз сюжетик невеличкий, а потім зустрічаємо гостя. Нарешті збулася мрія багатьох миколаївців. В місто прийшла справжня зима, випав сніг, а разом з ним з'явилась і ожеледь. З одного боку красиво і святково, а з іншого простий похід в магазин перетворюється на квест на виживання. Головне в цій захоплюючій грі – не впасти по дорозі. Спочатку зверніть увагу на ваше взуття. Якщо ви фанатка каблуків, запам'ятайте, чим нижчі вони будуть, тим менша ймовірність впасти просто на очах у публіки. Вибирайте взуття з крупним протектором, воно краще чіпляється за сніг і лід. Якщо ж ваші улюблені черевики ковзають не гірше ковзанів, обробіть їх підошву великою наждачною бумагою. Також можна скористатися бабусиним рецептом – натягнути на взуття старенькі панчохи. Але є і менш радикальні засоби. Наприклад, придбати спеціальні накладки на взуття, які запобігають ковзанню. Ходіть акуратно, вибирайте зручне взуття, дивіться під ноги. І тоді зима запам'ятається вам лише позитивними моментами. Але не дивлячись на всі хитрощі, впасти пару разів за зиму вам все-таки доведеться. І краще, якщо ви будете знати, як це зробити. Отож, за порадами звертаємося до спеціаліста. Такий спеціаліст уже поруч зі мною, Михайло Шелест, неодноразово був у нас в гостях, президент Миколаївської обласної федерації бойових мистецтв «Червоний дракон». Доброго ранку, дуже актуальна тема. Здравствуйте, здравствуйте. Доброго ранку, особисто для мене, тому що я страшенно боюся снігу, льоду, всього, що з цим пов'язано, і боюсь впасти. І таке, начебто, дивне запитання, як варто падати і як не варто. Ви, як ніхто краще, знаєте, тому що ви займаєтеся, да, коли постійно падаєте, отож, слово вам. Здравствуйте, уважаемые зрители, здравствуйте, студия, здравствуйте. Ну, первое, это если вы идете гололед, девушки, милые, не одевайте шпильки. Вы понимаете, что вы красивые, да. То есть желательно, чтобы была платформа, подошва обычная. Дальше, если вы попали на гололед непосредственно или видите, что гололед, и у вас есть возможность обойти, обойдите. Это будет идеальный вариант. И еще один момент. Если можно, камеру немножко опустите к ногам. Идти на гололед, не наступая на носок, и не становиться на пятку. То есть желательно становиться полностью, да. Ходжу. Вот в том-то все и дело, да, когда на шпильках, конечно. Вот так нельзя, потому что вы сразу поедете. Поэтому желательно лучше немножко ножки подсогнуть, и если вам надо пройти какой-то участок, я понимаю, это что-то выглядит смешно, но лучше на полусогнутых и наступать на полную стопу. То есть как будто вы по болоту или как по льду идете действительно по речке, тогда вы будете полностью равновесие на ногу, вы не будете скользить. Пройдете каких-то там 5 метров, это все-таки дешевле и проще, чем потом упасть, сломать себе руку, когда вы будете так, ходить. Да, то я правильно зрозуміла, треба впевнено, да, стояти на повну ступню. Ну, це мені поради, яку треба знатувати. Отож, давайте уявимо, що у нас тут є сніг, лід, да, і будемо вчитися. Первое правило падений, первое, это что у нас, значит, уберечь голову от падений, чтобы вы не падали головой об асфальт, не разбили, или там об лед. Второе, уберечь локти, то есть при падениях, еще один очень немаловажный аспект, вы должны руки, когда вы идете, обычно у нас руки в карманы прячут и идут, потом так поскользнулся и, соответственно, падает так, лицом об поверхность, разбивают себе. Одно из основных правил тоже, когда у вас снег, гололед, не надо руки в карманы, лучше одевайте перчатки и ходите руки, чтобы вы для чего, в случае какого-то падения вы могли выставить руки вперед и упасть на них. Я понимаю, что когда есть, допустим, подскальзываются в сторону, в бок, так же самое, надо выкручиваться. Я сейчас покажу несколько моментов падений. Итак, первое, падать на руки и желательно локти прижимать к себе. Если можно, пожалуйста, операторы камеру, чтобы я мог показать. Значит, само падение, я сейчас просто покажу, чтобы вы упали вот так вот. Вот, коленями биться нельзя тоже, потому что вы подбиваете себе коленки. Локтями падать тоже нельзя, потому что это тоже травмоопасно. Ни на колени, ни на локти. Соответственно, на руки и локти поджимаете под себя. Вот такой позиции. Более того, голову начинаете поднимать
Это я так рассказываю, да, как будто все так просто, когда человек падает, да, просто упал. Я понимаю, да, я с точки зрения профессионально. Итак, падение впервые в студии, как мужчина падает перед женщиной. Да. Само падение, если вы падаете, считайте, вот вы поскользнулись или подскользнулись, падать ровно. Локти под себя. Еще раз я покажу, ничего страшного. Прямыми руками вы поскользнулись или что, и падаете. Не на колени, не на локти. Прямым. И желательно, конечно, не удариться пахом и не удариться головой. То есть голову подпираете и стоите на четырех опорах. То есть на руках и на ногах. Не отбивая при этом колени, не отбивая при этом локти. Дивіться, у мене таке запитання. Якщо людина йде, як ви кажете, отаку назад, і поскользується, і падає назад, що ви можете тут порадити? Якщо ви падаєте не назад, на місце. Давайте спочатку на бок розберемо. На бік, так. Ви йдете, поскользнулись на бок, буває звичайно. Ага, так. Чаще люди падають, ставлять либо локоть, травмують, либо просто падають на плечо, вибиваєте тим самим плечо. То же самое, если вы падаете, вас тянет, руки выставлять. Обязательно пытайтесь крутиться, это как бы техника принципа школы, по принципу кошки. Если вы все знаете, если кота взять за лапы над землей, перевернуть, то кот переворачивается сразу на 4 опоры. То же самое человек. Вы идете, вдруг поскользнулись, и на руки. Никаких... головой, никаких локтей, никаких плечей, потому что вы просто отобьете. Теперь, что касается спина. Угу. Самое страшное, что вы... Да, спина, самая задача важная. Сейчас я просто лягу покажу. Задача, вы когда ложитесь, падаете. Обычная проблема, вы бьетесь затылком вот так, бам, и мозги разлетаются по всей поверхности. При падении подбородок максимально прижимать. И если вы падаете, руки... расставлять не на локти, а на прямую поверхность. Почему? Так вы отбиваете локоть, когда вы будете падать так, вы будете тоже локтем. Ладонь должна быть на пол. То есть, соответственно, у вас... Господи, Боже мой. Вот такая должна быть позиция. Голова поджатая. Я понимаю, что эта техника профессиональная, но основные аспекты – голову прижимать, если вы падаете на спину, подбородок груди. Если вы падаете лицом, то, соответственно, голову назад, для того, чтобы не разбить. Навчитися правильно падати можна, да? І ще дуже часто так говорять, я скажу російською, групіруватися, щоб не упасть. Поясніть детально, що це означає. Насчет групіровок. Що це взагалі таке? Собственно, всі техніки, вони так или иначе, это и есть группировки, одним словом. Но я забыл еще сказать, если вы вдруг уже начинаете, или, допустим, лед, или... как бы вам так объяснить, вы идете по льду, то постарайтесь центр тяжести не вытягивать его вверх, а наоборот, как бы приземляя. То есть вам надо где-то пройти, чем ниже центр тяжести, тем вы более устойчивы будете стоять на поверхности. Если, у нас же как люди идут, поскользнулся и начинают... Да, размах. Вот, да, то есть поскользнулся, присядь сразу, чем ниже сразу опоры, и вы присели. Это будет лучший вариант. Это, то есть, сама непосредственно группировка при падениях скручиваться и перекатываться. Ну, я не знаю, как это здесь... Если можно, дальний план сделайте, пожалуйста. Так, ось. Да. Тут сам перекат, да. Это можно так впасть и на льду. Да, в принципе, еще... так и делается. Опять же, сам перекат, если вас вдруг кинуло вперед, и у вас никак возможность, допустим, упасть падением, и как-то там, то вы идете... Да, операторы, спасибо. Вы идете и обязательно, то есть опять же, кувырок должен делаться или группировка не на локоть и не на плечо. Голову убираете в сторону, катитесь как бы вот таким вот, то же самое на спину. Вы как-то идете, самое, опять же, со спины важное, голова поджатая. Рука. И желательно не падать, вы знаете, как в детстве или как в гимнастике, через голову перекатывается. Это не... Представьте себе, что вы падаете на асфальте. Если вы голову ударитесь об асфальт, мозги разлетятся. Соответственно, голову надо на сторону убирать. На сторону. И перекат
перекат через, не через голову, а через плечо. О, Господи, хоч би всі навчилися таким вашим піруетам на льоду, на снігу. Отож, скажіть, а взагалі, як швидко можна цьому навчитися? Це що, якось вдома треба тренуватися? Адже, якщо я зараз вийду на лід, я так не перекручуся. Ну, давайте якось підрезумуємо, щоб зрозуміло було, чи це вдома тренуватися так варто, чи що, чи як. Самое основное и важное вообще, в принципе, это как бы прокручивать в голове, что делать. Я понимаю, что научиться как бы вот этим сразу, ну, реально будет тяжело. Давайте будем адекватны и реально смотреть на вещи. У вас не получится это сделать сходу, но основные правила. Первое, не ударить локти и колени. То есть, как бы вы ни падали, старайтесь локти и колени прижимать, либо колено убирать в сторону, то есть падать на мягкие части. Отож, давайте, це дуже важливо, одне із найголовніших глядачів, що завжди дуже часто от на лікоть падають і на кістки, не варто цього робити. Звісно, це перше, навіть не перше, це, мабуть, друге. Перше – це уберечь голову. Тобто, опять же, у нас проблема в чому? Ми падаємо, буває, просто руки, навіть, я ще от так от в карманах, представляєте, ви упали, і руки, у мене такий був курйозний случай. Я йшов теж зимой, руки в карманах, йшов з дискотеки, десь часов, мабуть, 4 утра. Идем, общаемся так, и обычный лед, как вот у нас сейчас погода, руки в карманы, такой пижон. Подскальзываюсь, я автоматически выставляю руки вперед, тем самым порвал куртку себе. Да, то есть ничего, я как бы, все нормально, но карманы все оторвал вот так вот. Вот это что такая вот история, поэтому лучше... Так, в мене ще запитання. Дуже часто от люди ходять гуськом, там тримаються одне за одного, таким чином не впасти. Це варто так робити чи краще поодинці? Ви знаєте, якщо підказують, чаще всего... Знаете, я занимался танцами, я уже говорил, бальными, и там обычно партнерши, когда вот танцуют, они на каблуках, на высоких, и делают шаг, и они подскальзываются просто под партнера сами по себе. Но, по сути дела, здесь зависит от мужчины. Он, если вы идете вместе с парой, с мужчиной, то мужчина, по сути, если женщина, обычно чаще всего подскальзываются, потому что они, что б я здесь не говорил, они все равно пойдут на каблуках. Ну, красота вымогает. Без разницы, да. Да. Соответственно, мужчина должен удержать. Так должно быть. Но бывает такое, что женщина падает не вперед, не назад, а именно под мужчину, под ноги. В таком случае мужчине ничего не остается, как одной рукой, можно на секундочку, мы падать не будем. Вот, допустим, представьте, что вы идете, вот пара обычно, и женщина подскальзывается сюда, мне под ноги, то рукой обхватываю и проходи ноги, проходи, да. И падаете на камеру сюда, можно сделать, а не бойся. И падайте на руку. Ой. На руку, да. Вот так вот я в эфире пообнимался, да. Господи Боже, имеется в виду, вы ее подхватываете, женщину, она вас ноги сбивает, и вы падаете, стараетесь удержать ее, потому что женщина чаще всего существо, как бы, не боец, и поэтому будет вот так вот падать, головой разбивать себе затылок. Поэтому, вернее, головой разбивать лед. Поэтому вы ее страхуете в такой позиции. Но это как бы от мужчины зависит, здесь такое... Так, дивіться, що найбільш травматично ми з'ясували, лікті, кисі, а найменш травматична, яка частина тіла? Це м'ясо. М'ясо, любая мышца, вона как бы найменее травматична. Единственное, что может быть, это как бы забили мышцу, есть такое понятие, там ударили, там, я не знаю, там уже на бордюр или как. Самое, чтобы вы не сломали себе ничего. В принципе, если вы локтем ударились, ушиб сделали, то локоть будет как бы очень долго болеть. А если вы перелом, ну это уже совсем проблематично. Поэтому, еще, голеностопные суставы очень часто летят. Почему? Потому что народ ходит как по асфальту, так и по льду. То есть, как я уже сказал, желательно наступать всей стопней. Не так, не на точке, не там выкручивать. Так. Коленки подзагнули, лед, и вы спокойно вот прошли... Ви повністю наступаєте стопою. Дякую. І дуже коротеньке останнє запитання. Якщо ви вже впали, як правильно підвестися, щоб не впасти ще раз? Чи полежати трішки? Ні. Все, опять же, є такі моменти, опять же, якщо ви ударились і дійсно потеряли якесь мгновение сознання, або там, як би, це як і в звичайних бойових іскусствах, як після удару, допустим, нокаут, або там нокдаун, то краще одразу не вставати, тобто краще полежати. У нас же як проблема? Чоловік упав, ударився, його як би крутить, мутить, і він одразу намагається встати. Вставать резкое давление в голову, можете потерять сознание опять, если там может быть даже еще хуже. Но вопрос не в том, если вы уже упали, например, как вы там упали, да. Ну, хоть шапка, руки группируйтесь, поджимаете под себя, то есть становитесь на, грубо говоря, 4 опоры, после этого встаете. А у нас же как? Упал и пошел.
Соответственно, опять розпластався, да. Я розумію, дякую. Дякую, Михайло, дуже корисні поради. Я сподіваюся, що ви їх запам'ятаєте. Якщо ні, перегляньте ще в інтернеті наш ефір. Отож, будьте обережні. Дякую, Михайло Шеус був у нас в гостях. Приходьте ще.